в театре сыграть Наполеона. Нет? Какому актеру это под силу, но попытаться сыграть Наполеона и опрокинуть героически далекие события в наше непростое время вполне возможно. Во всяком случае, мы попытаемся. С6, С8. А1, С4. А вам шах. Ваше Величество, да? Да не только шах, но и мат. Как не сладостен азарт по сразу двум эти дорогам, нельзя одной колодой карт играть и с дьяволом, и с Богом. Подслушайте! И все мы здесь, на этом острове, переплелись в своих пороках, замыслах, поступках. Шаг за шагом спускаемся все ниже по лестнице безумия, в глухие бездны бытия. Говорил про своего знаменитого деда, который научил тебя играть вслепую, а? А почему бы тебе сейчас, Кристофер, не сыграть вслепую с оператором? Произойдет, а? Ты не достоин быть императором! Сам Папа Римский короновал меня! Плевал ты на Папу Римского! Давай, сыграем еще одну партию на поражение! Давай, пожалуйста! Кончилась! Кончилась твоя игра! В Наполеона!